В ходе осмотра установлено, на берегу находится лодка марки «Касатка», получается камуфляжного цвета, с установленными на носу металлическими дугами рыболовной сети, что в одном, что во втором. В сетях находится рыба вида омуль. Данная лодка, касатка, по рельсам при помощи вон той лебедочки благополучно закатывается в этот гараж. Так, это что у нас? Это зимой поднимать из-под льда сеть. Зимой поднимать из-под льда сеть. Тоже принадлежат вам, да? Да. В синем пологе что находится? Сетка. В коробке? Сетка. Так. На стене получается якорь. Да. Как он? Морской тормоз, да? Ну да. Сети, чтобы тормозили. Рельсы для чего с лебедкой? Лодку сюда затягивать? Да, лодку затаскивать. Чтобы затаскивать лодку, да, которую снимали ранее. Как название у нее? Касатка. Там в воде телега, да, я так предполагаю? Да, да. В данных мешках что находится? Сети. Рыболовные сети? Да. Раз, два. Сколько здесь их? 6 штук, да? Так. Вот так разделены. 1, 2, 3, 4, 5, 6.